Чаще люди что говорят? Были бы ресурсы, я это сделал бы вот так. Были бы деньги, я сделал бы вот так и так далее. На самом деле ресурсы это потом, второстепенно. В первую очередь что нужно? Нужна стратегия. А очень важная роль играет стратегия. Если стратегия есть, вы найдете ресурсы. Что важнее? Помните, увеличить состояние компании. Там было сикло, который по кругу ходил. Помните? Очень хорошо. Чтобы знать, чтобы делать правильную стратегию. Стратегия на основе чего делается? Анализа. А если вы стратегию делаете на основе прошлого опыта, что это выглядит? Это будут всего лишь мнения там, от прошлого опыта. Ваш прошлый опыт будет совпадать на будущее? Всего на 20%. 80% случаев она не совпадает. Например, посмотрите, почему большинство крупных бизнесменов сейчас не могут вести бизнес. Посмотрите, большинство крупных бизнесменов, которые в 90-х годах начинали, сейчас у них бизнес не очень хорошо идет. Это с чем связано? Рынок меняется. Потому что они постоянно думают, что их опыт сегодня работает. Они принимают решения на основе своего прошлого опыта. А ваш прошлый опыт год за годом становится неэффективным. Почему он становится неэффективным? Потому что время начало быстро меняться. Рынок очень быстро меняется, чем мы с вами думаем. В протяжении 5-7 лет любой бизнес умрет, ребята. Вы сегодня об этом будете тоже узнавать. 5-7 лет бизнес полностью могут умирать, если вы не готовы. Анализируйте, вы видите. 5-7 лет назад кафе, рестораны или там торговля или чего-то, если был успешный, сейчас он не очень успешный. Каждые 5-7 лет будут умирать бизнесы. Почему? Раньше, если это было 40 лет, 50 лет, сейчас уже 5-7 лет. И быстро меняется рынок. За счет того, что рынок очень быстро меняется, сам клиент меняется, его вкус меняется, его предпочтение меняется, понимаете? Его выбор меняется. Он выбирает просто другое. Он выбирает другое, и, соответственно, когда он выбирает другое, что нам остается делать? Либо умирать, либо меняться. Правую руку поднимаем, погладим спину соседа и говорим, либо изменись, либо умри. Просто точно, ясно и понятно. Либо изменись, либо умри. Если не изменяешься, умрешь, это гарантированно, потому что это уже давным-давно рынок доказал нам. Если ты не готов измениться, тогда будь готов умирать. Просто другого шанса у тебя нету. Не хочешь измениться, будь готов умирать. Вот сейчас к этому приходит полностью рынок. И мы должны это очень хорошо понимать. Пожалуйста, еще что было по стратегии? Я очень хочу, чтобы многие вещи закрепить. Стратегия – это важнейшая тема. Пожалуйста. Молодец. Очень. Чтобы разработать стратегию, сначала ты должен иметь видение. Потом… Дай склеить стратегию, пожалуйста. Видение. Видение у кого рождается? Она рождается у руководителя компании, у хозяина компании, у руководителя компании. Она не могут появиться. Дорогие мои, стратегию не учишь. Она либо есть, либо нет. Видение не научишь. И она либо в голове человека она есть, либо его что? Нет. Вот это очень важно понять. Она рождается в голове у кого? У хозяина компании, у руководителя компании. Когда мы говорим видение, что мы имели в виду под слово видение? Кто помнит, что такое видение? Пожалуйста. Вот ты концовку как видишь. То есть, вот повтори, конечно. Повтори. Что ты хочешь, вот концовку как ты ее видишь. Да? Молодец. Например, если повар видит, что в конце мое блюдо выглядит такой. Начиная там смешивать или закупая рис, он видит конца на выходе, какой продукт он выпускает. А когда мы говорим о нашей видении как хозяин бизнеса, какой мой бизнес выглядит через 2, 3, 5 лет, через 10 лет, какое видение, какая концовка. А теперь поехали. Миссия что это была? Миссия то, что мы дом. Зачем ты этот бизнес занимаешься? Бизнес должен быть построен вокруг проблемы народа. Каждый человек приходит мне и говорит, с чего начинать, как делать и так далее. Очень просто. Найди проблему, думай о его решении, вокруг него строй бизнес. Все. Просто посмотри, что в твоем окружении есть проблема, и думай об этом проблеме, какое решение ты можешь находить, если ты найдешь решение этой проблемы раньше других или лучше других, и все.
Делай бизнес вокруг – это проблема. Все. Самый лучший бизнес – это тот бизнес, который люди ищут сами. И не нуждается постоянно его реклама делать и толкать народу. Не надо толкать его народу, а народ сам ищет его.